сторож не догнал! Крис, блин, вставай! А ты чё развалилась? Прости, я просто не смотрю, куда иду. Мам, мне даже понравилось. Может, продолжим? Эй, голубки! Нас сейчас сторож догонит! Бежим! До встречи! Идем уже! Блин, надеюсь, меня примут в новом классе. Нет, мне страшно. Кэсси, привет! Блин, заметили. Привет. Это же наша новенькая. Класс! Привет! Я Ева, а это Тайлер и Синди. Очень приятно. А ты чего такая перепуганная? Ну, я просто боялась, что вы будете злыми и все такое. Эй, мы самые милые и приветливые ребята в этой школе. Не бойся. Вот, кстати, твоя парта. Это и наша школа тоже. Ты не нашего класса. Заглохни. А ну свали, это парта Кэсси. Кого? Моя. Опа. Вот так встреча. Свали с парты. Чё? Свали, сказал. Ладно. Присаживайся. Спасибо. Ты новенькая, да? Может, сегодня после школы прогуляемся? Покажу тебе город. Или ко мне в гости пойдем? Я не против. Чего? Крис, мы же собирались сегодня... Поняла. Молчу. Отлично. Я тогда зайду за тобой после уроков. Не смей подставить Кэсси! Тайлер, сиди, обычно ты идешь на покой! Да, не смейте переманивать Кэсси к себе на сторону. Ребята, вы чего? Крис, его компашка отбросы. Ты кого отбросами назвала? Добрый день. Так, Мия, Гарри, у вас вообще-то сейчас биология. А ну, марш, Крисать в мой кабинет. Остальные по местам. Урок уже начался. Всем приветик. Привет. Привет. Присаживайся. Мы тебя уже заждались. Я опоздала, простите. А, да нет, Синди имеет в виду, что нам давно не хватало тебя в компании. Да, так что теперь нас с детскими поровну, и мы покажем, кто здесь главный. Да! Почему вы не общаетесь с Крисами ребятами? Они вроде как нормальные. Что? Они отбросы. И преступники. И да, короче, они плохие. Так что не смей с ними даже общаться. Да, Кэсси не будет, она же правильная девочка. Ну, да, конечно. Угу. Это что такое? Крис со своей компашкой. Кэсси, идем. Давай, вставай. Эй, вы что тут устроили? Полиция нравов прибежала. Вам же запрещено приезжать к нашему кафе. Ой, а кто это сказал, что оно ваше? Да, и кто нам запретит, а? Да вы! Вы! Ой, умолк! Мы вообще по делу. За тобой. За мной? Ну, я же обещал погулять после уроков. Идем. Go к нам! Будет весело! Нет! Кэсси, ты же хорошая! Нельзя вообще-то с ними!
Да, что о тебе подумают другие люди? Твои прошлые друзья как мы, а не как они. Ну да, вы, наверное, правы. Ты уверена? Прости, я не могу. Ну ничего, я подожду. Придется ждать вечно. Что? Ты так просто сдашься? Нет, конечно. Кэсси должна сама решить. Не она будет моей. Вот это по-нашему. Да. Ладно, поехали. Блин, я тетрадку забыла. Дай пофиг. Да, эта училка Рея сказала, что вызовет родителей. Ну шуруй тогда за тетрадкой. Привет, Крис. Что надо? Опять мы какие-то правила нарушили. Нет, да ты что? Я просто подумала, раз Кейси отказалась с тобой погулять, то я могу. Что? Ну, просто, как я поняла, тебе нравятся милые девчонки, а я вот милая, да и ты мне давно нравишься. Что, прости? Ты шутишь? А что происходит? Так, Гвен, не мешай. Ну так что? Ева, какая же ты глупая. Что? Мне нравится Кейси, и пофиг, кто она, ботанша, милашка, не важно, отвали. Ева, к тебе подкатывает? Ну, я же... Отвянь! У тебя нет шансов! Я не позволю этой новенькой выскочке увести Криса! Мы с тетей как раз приготовили свежие пончики, поэтому ты вовремя. Ой, спасибо! Очень вкусно! А почему ты одна? Я думала, вы с Тайлером и Синди постоянно втроем. Да, но я захотела поговорить с тобой. Ребята не замечают, что тебе сложно и все такое. Сложно? С чего ты взяла? Ну, я же понимаю, что ты приехала в новый город, скучаешь по друзьям. А я хочу, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Спасибо, ты такая классная. Мне так не хватает тут такой подруги. Я всегда буду рядом. Всегда буду рядом. Мне когда-то говорил один человек такие слова. Опа, подруга, вы поссорились? Да нет, это был парень. Ну, то есть бывший, мы как-то странно расстались. Опа, а вот тут поподробней. Ну, когда я сказала, что я переезжаю, он сказал, что ему нужно подумать, готов ли он к отношениям на расстоянии. А потом так и не ответил. Ой, куда ты исчез? Какой ужас! Бедная моя Кейси! Ладно, давай не будем о прошлом. Может, найти его и поговорить? Возможно, все получится вернуть. Нет, это бесполезно. Хватит о прошлом. Когда рядом такое хорошее настоящее. Опачки! А есть уже кто-то новый? Нет, я просто так это сказала. Пойду на лучше колы принесу. Ага, давай. Парень, значит, был. Кажется, я знаю, что делать с этой информацией. А чего Кэсси не с нами? Вы ее не позвали? Я звала, но у нее сегодня поход с тетей в кино. Хорошо, она хоть не с этими отбросами на вечеринке. Их очередная сторис. Там Кэсси? Кэсси? Она нас предала! Мне кажется, дерзкие ее просто заставили. Это уже слишком. Нужно испортить эту заставку! Ну что? Ну чтобы дерзкие знали, что нельзя уводить наших друзей. Да! А еще позовем училку, пусть она их всех накажет. Да! Вперед! Да! Почему вас все считают плохими? Вы же классные. Ну, мы просто делаем, что хотим. Хоть мы никому и не вредим, но людям не нравится наше поведение. А мне нравится, но не поведение, а ты. Ой, то есть я... Блин. Ты влюбилась. Я тоже влюбился. Хана вам, чудики! Э,
Вы на нашей территории. А у вас наша подруга. Верните Кесси! Ребята, успокойтесь. А может, она сама будет решать, что ей делать? Нет, детские не будут тусоваться с милашками. Кесси с нами. Завалились на нашу вечеринку и будете указывать, что нам делать? Пора вас проучить. Ты что делаешь, миссис Флориэль? Что за крики? Зачем меня позвали? Девочки, что с вами? Это они! Мы пришли к ним на вечеринку помириться! Они на нас напали! Совсем уже? Такого не было! Было-было! Да. Так все! За такое поведение я сейчас же доложу все вашим родителям! И о вечеринках можете забыть! Что там? Вы вообще забыли? Спасибо, что провел. Прости, что так все получилось с вечеринкой. Я хотел, чтобы ты повеселилась, но все пошло наперекосяк. Да ничего, мне все равно понравилось проводить с тобой время. Кесси! Какого черта происходит? Что вы натворили? Простите, мисс Кристи, но я не сдержал обещания, что все будет хорошо. Я сейчас не с тобой разговариваю, а с вот этой дамой. Кесси, отвечай. Кесси ни в чем не виновата. Это милашки все. Так, ты что здесь делаешь? Провожал Кесси? Все, теперь свободен. Да, Крис, тебе лучше уйти. До завтра. До свидания. Ну, Кристин, я психую. Все же хорошо, я дома. Да? Только вот учительница позвонила твоей маме. Знаешь, сколько всего я выслушала за то, что отпустила тебя? Ну, прости. Я не знала, что так выйдет. Все, тебе запрещено общаться с Крисом и его друзьями. Нет! Мне не нужны разборки с твоей мамой. Радуйся, что из-за работы она не смогла приехать, иначе ты бы получила по полной. Кесси, пора в школу. Да собираюсь уже. После школы сразу домой. Никаких парней и плохих компаний. Да-да, хорошо. Нет, я не хочу жить, как раньше. Я хочу быть с Крисом. Опа-на, новый стиль. Угу. Ой, теперь ты точно в нашей банде. О, привет. Классная косуха. Скажи, Кесси наша девчонка, нафиг милашек. Я-ху! Да, я знал, что моя девушка лучшая. Как дела с тетей? Да пофиг. Она хотела запретить мне с вами общаться, но я сказала, отвали, я сама знаю, как мне жить. Хорош, красотка! Кэсси, я, конечно, рад, что мы вместе, но я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были проблемы. Да ладно, не переживай, все хорошо. Так, ну, нам пора к Ариэль, а то опять отчитывать будет. Ага, ладно, встретимся после уроков. Yes! Как все круто получается. Теперь главное перед милашками не спалиться, а то они мне точно сдадут тете. Блин! Ой, вот умора. Привет, Кесси. Привет, девчонки. А, как дела? Я надеюсь, ты на нас не обижаешься за то, что мы устроили вчера. Мы же хотели как лучше. Да нет, конечно. Я все понимаю. Нафиг этих дерзких. От них только одни проблемы. Как круто, что ты это понимаешь. Идем на урок? Ага. Да, только я сейчас в туалет схожу. Окей. Так, посмотрим. Нафиг дерзких говоришь, да? Ну я тебе устрою, Крис будет мой. Отвали от Кесси. Ребята, давайте без драк! Эй, что за разборки? Кто нашего друга вычет? Это вас? Нет! Ребята, успокойтесь! Нейт, я давно тебя забыла, я теперь с Крисом. Что? Ты же говорила, что не общаешься с отбросами! Чего? Кесси, ты так сказала? Нет. Ну да, я боялась, что тетя накажет. Все ясно. Кесси, Крисом!
Ты как мою девушку называешь? А что? Она общается с милашками и обзывает нас. Так же наоборот. Какая же ты лицемерная, Кэсси. Разборки, а! Ставить! Сколько можно? Кто опять это начал? Кэсси, ты же мне обещала, как так можно? Но я не могу ничего с собой поделать. Я люблю Криса и хочу быть с ним. Только из-за тебя чуть две компании не подрались. Твоя мама прибьет нас обеих. Тетя Кристи, только не говори ничего маме, пожалуйста. А я и так все знаю. Мама, Элис, ты же должна была быть в командировке. Как я могу спокойно работать, если мне каждый день звонит учительница и жалуется на Кэсси? Прости, это случайно вышло, я не виновата. Элис, не нужно было приезжать, мы бы сами разобрались. Достаточно, наразбирались уже. Зря я вообще свою дочь к тебе отправила. Ведешь себя как малолетка. Мама, перестань, тетя Кристи не виновата. Хватит, меня утвердили на должность редактора, и мы завтра же переезжаем в Нью-Йорк. Нет, я никуда не поеду. Поедешь. Нет, я буду жить, как я хочу, а не ты. Ой, Крис, а ты здесь? Ну да, меня же наказали за разборки с этим лузером. А ты про парня Кэсси? Я ее парень, а этот тип ей никто. То есть ты продолжишь встречаться с Кэсси, и тебе даже не обидно, что она тебя обманывала? Ева! Не лезь не в свое дело, поняла? Ладно, ладно. Хорошо. Тогда будем действовать по-другому. Ой, ой-ой-ой, как больно! Ой-ой-ой! Чего верещишь? Ой, да мне в глаз что-то попало. Посмотри, пожалуйста. Ой-ой. Да нет там ничего. А, ой, да. Наверное, показалось. Ну хватит, ты же всегда мечтала жить в Нью-Йорке. Это было до того, как я встретила Криса. Это тот самый парень, из-за которого у тебя проблемы? Я не позволю тебе встречаться с преступником. Мама, он нормальный. Я останусь жить тут и буду встречаться с Крисом. Ты про Нейта тоже так говорила. И что, забудешь Криса и найдешь себе другого? Нет, Крис – любовь всей моей жизни. Достала. Ты будешь делать то, что я скажу. Тогда я сбегу! Нет, мы с Крисом сбежим! Ева, блин, что еще за фотки? Что? Ева с Крисом! Привет, не против? Чего такая грустная? Я слышал, твоя мама приехала. Устроила скандал, да? Угу. Хочет увезти меня в Нью-Йорк. А ты, я так понимаю, не хочешь? Да мне уже пофиг. Куда и с кем ехать? Какая разница, если мне парень изменил с лучшей подругой? Крис? Вот гад! Он мне сразу не понравился. Он тебя недостоин. Почему? Ну почему со мной так всегда? Как только я влюбляюсь, меня все бросают. Я понимаю, что извинений мало, но все же. Прости, что я так поступил с тобой. Я понял, что люблю только тебя, и если ты не против, то мы можем попробовать сначала. А смысл, если я уезжаю? Ну, вообще-то, ради тебя я готов поехать куда угодно. Хоть в Нью-Йорк, хоть на Аляску. Получается, если мы с мамой переедем, мы сможем быть вместе? Да, ну, конечно, если ты этого хочешь. А знаешь... Хочу. Все, решено. Мы летим в Нью-Йорк. Пипец, офигеть. Квен, можешь скорее реагировать так на каждое видео в ТикТоке, а? Да не, ну вы гляньте, что Кэсси у себя в инсте написала. Кэсси? Что? Она улетает в Нью-Йорк? С Нейтом? Чего? С этим придурком? Да вы дальше читайте. Ненавижу Криса, ты худший человек в моей жизни. Ненавижу. А ты куда? На воздух.
Пипец! Что это на Кейси нашло? Ну, все же нормально было. Да, чуть не подрался Крис и Нейт, но... И что? О, еще один пост! А? Ева, ты не подруга, а крыса! Это худшее предательство из всех возможных! Так, во всей этой движухе точно замешана Ева! Я приведу эту курицу сюда! Ну иди к Вэт с Евой! Ну или хотя бы Крис! Да, уже 2 часа прошло. Пусти! Я не пойду в ваш гараж! Ты уже здесь! Ой! Ну давай, рассказывай, как ты Кэсси предала? И почему Кэсси ненавидит Криса? Я ничего не знаю! О, да? Ну тогда закроем тебя в холодильнике. Нет, не надо! Я все расскажу. Что? Ты целовалась с Крисом? Да не могла она с ним целоваться. Ну, я попросила его посмотреть, что попало мне в глаз. Ну и сфоткала, типа мы целуемся. Пипец, нужно срочно найти Криса. И ты идешь с нами. Нет, пустите вас в руки грязные. Нет. Криса нигде нет. Капец, у Кэсси были через час. Вот дурочка, сейчас улетит и навсегда потеряет Криса. Что, порадоваться даже нельзя? Так, мне кажется, ты знаешь, где Крис. Я? Нет, вы что, откуда мне знать? Хочешь в холодильник? Да блин, ну расскажу я все. Ой-ой-ой, как тяжело. Крис! Чего тебе? Помоги коробки до дома донести, пожалуйста. Отвянь, сейчас не до тебя. То есть ты позволишь, чтобы девушка сама тянула тяжелые коробки? Куда нести? Вот туда, недалеко. Сюда, да? Да. Вот туда вот, слева. Окей. Ага. Ты что творишь? А ну выпусти меня! Выпущу через пару часов! Я! Что за шутки? А ну выпусти меня! Криса открыла! Криса в подвале! Ну да, чтобы он не успел остановить Кейси, она бы улетела, и он бы остался со мной. Ну ты дура! Спокойно, Мия! Надо вытащить Криса и отвезти его к Кейси! Не успеем. Подвал в другом конце города. Тогда нужно разделиться. Я поеду за Крисом, а вы с этой заразой в аэропорт останавливать Кейси. Супер. Ключи от подвала. Там на защелке открывается. Надеюсь, Кейси нас выслушает. Умница, дочка, что сделала правильный выбор. Да, в Нью-Йорке много возможностей. А главное, мы будем вместе. Идемте, скоро посадка на самолет. Кейси, стой! Не совершай ошибку! Гарри, Мия. Чё приперлись? Хватит портить жизнь Кейси! Отвали! Не с тобой разговаривают! Кейси, если сядешь в самолет, то будешь жалеть об этом до конца жизни! Да что вы несете? Крис выбрал другую! Зачем мне тут оставаться? Нет, Крис любит тебя! Да чего он не приехал и не сказал об этом сам? Но он не может! Поехали с нами и по дороге все объясним! Поверь! Ну, чего ты? Ты как меня нашла вообще? Еву раскололи. Идем, у нас очень мало времени. Так, стоп. Что случилось? Ответь мне на один вопрос. Ты любишь Кейси? Да. То тогда идем, по пути все объясню. А она что здесь делает? Курица. Кейси, стой.
Ева здесь, чтобы рассказать правду. Да, Ева? Угу. Ну, вперед, я слушаю. Говори. Короче, я не целовалась с Крисом, а специально сделала такую фотку. Что? Да я из-за тебя чуть на другой конец страны не уехала и не потеряла любовь всей своей жизни. А еще я специально притащила Нейта, чтобы поссорить тебя с Крисом. Вот курица! А где Крис? Я его закрыла в подвале, чтобы он не успел к тебе в аэропорт. А что? Не переживай, Гвен уже освободила Криса, и они едут к нам навстречу. Скорее бы. И, пожалуйста, сядь вперед. Хорошо. Кэсси! Крис! Смотри, что я для тебя сделал. Конфеты твои любимые. Офигеть, конфеты. Сколько их тут? 20. Я хотела 21. Ну, прости. Ого. Будь мне на обед. Сладенькая девочка, сладкий обед. Вот это любовь! Я тоже так хочу! Привет, Мия! Ура! Галя меня любит! Мия, хватит за мной следом ходить! Блядь, какие вы милые! Ты что, опять меня втихаря фоткаешь, а? Зачем мне младшая сестра, если для тебя только одни проблемы? Ну, Кэсси, хватит на меня кричать! Чтобы я тебя больше здесь не видела, поняла? Достала! Кэсси, идем, оставь ее в покое! Лучше бы у меня был брат, они не такие обязатели! Ну почему она такая злая? Я же просто хочу быть рядом! Лучше помогу собрать книжки. Бабуля! Доченька, привет! Смотри, что я нарисовала! Это ты! Да! Очень похоже! Молодец! А где Кэсси? Вот она! Кэсси! Мы здесь! Кэсси! Блин, да чего она приперлась за мной? Кто это? Твоя мама? А? Где? Вы о чем? Ну там вроде за тобой мама приехала. Вам, наверное, показалось. Это она за Мией. И вообще, у меня есть своя машина. Что-то мы твою машину никогда не видели. Просто на парковке никогда нету места свободного. И мне вообще лень просто водить. Да. Ну ладно, что там с вечеринкой? Не знаю. Мне нужно доделать проект, потому что я должна получить корону на выпускном. Не поняла, с каких это пор тебя волнует учеба? Идем, Гвен, может, она образумится. Может, хватит орать, махать? Доченька, смотри, что мне Мия нарисовала. А ты тоже покажи, что сегодня делала. Вот, довольна?
зло! Ну быстро в машину! Может быть, вы перестанете этот кринж? Здесь меня никто не увидит. Да ты что такая грустная? Пой с нами! Замолчи! У меня проблемы! Мне нужно сдать этот дурацкий проект про добро! Ну не переживай! Я тебе помогу! Дай ты от меня, а! Мне не нужна твоя помощь! Ты вечно лезешь туда, куда не нужно! Эй, девочки, успокойтесь! Ты даже не дослушал! У меня суперская идея для проекта! Помоги трем! Отвали! Ты тупая и идеи твои тупые! Кэсси, перестань обижать сестру, я тебя сейчас накажу! Эй, это все Мия! Так, все, на этой неделе без карманных денег! Так тебе и надо! Закрой рот и не смей ко мне лезть, соплячка! А то я возьму твою куклу и оторву ей голову! Поняла, соплячка? А почему она меня так не любит? Мия! Ну блин, ничего с этим проектом не получается! Да заткнись ты уже, мелкая! Не так, конечно, не так, конечно! А вы бегом, что ли, надень? Не хочу! Бе-бе-бе. Дай посмотреть! Дай посмотреть! Да отвали ты, мелочь! Ты штаны лучше надень, а! Да кто там еще? Кэсси, ну хватит фигней заниматься! Приходи на тусу! Не знаю! Мне же еще проект делать! Какой еще проект? Ты дура? Тут тусня, давай! Ты ж королева вечеринок! А я хочу быть королевой выпускного! Не надену, не надену! Я что-то придумаю! Не штаны! Нет! Выходи без штанов! Я без штанов! Слышь, малая, мне нужно на тусовку смотреть. А как же проект? А его сделаешь ты? Чтобы до вечера проект был сделан. Я буду делать проект! Хорошо, вечер. Сейчас придет Гарри, и мы вместе такой проект сделаем! Ой, только штаны надену! А-ля-ля-ля! Достал звонить! Сейчас встану! Какой противный! Вставай! 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 Отстань, мелкая! Ты меня бесишь! Глянь, какой мы вчера с Гарри проект сделали! Нафиг мне твой проект, а? Эй! Ты даже не глянула! Посмотри, пожалуйста! Пошла вон, мелкая! О нет, моя любимая кукла! Почему ты такая злая? Я для тебя стараюсь! Сделала проект, а ты даже не глянула! Да мне пофиг на этот проект! Мне главное на выпускной попасть! Я вообще попросила тебя заняться им, чтобы ты от меня отстала! Ясно? Думаешь, мне нужны твои каракули? Я думала, ты меня правда любишь! Нет! Ты меня бесишь! И ноешь ты так же противно, как и мой будильник! Я из-за тебя телефон разбила, дура! А я при чем? Меня даже здесь не было! Если бы ты меня не бесила, я не была бы такой злой! Ясно? Это ты во всем виновата! Куда ты села? Там же мой проект, который я делала! Ты все залила тут своими вонючими соплями! А ну пошла вон отсюда! Кэсси, не надо! Я сказала вон! Блин, меня же в этой школе ждет Зак! Зак, что случилось? Представляешь, шутом на баскетболе ногу вывихнул. Теперь неделю на костылях ходить. Ужас, давай я тебе помогу. Да, мне нужно подняться наверх. Ну что, Кэсси, тебя уже попустила? Ну да, наверное...
рубашкой и защищать несчастных. Кесси, так ты мне поможешь или нет? Я... О, еще один бедняжка. Ты же не собираешься ему помогать? Я не знаю. Ну, ты, конечно, можешь ему помочь, но тогда забудь о нашей дружбе. Зак, прости. Давай как-то в другой раз. Кисси, да ты офигела! Я единственный, кто вчера поддержал тебя на тусовке! Что ты нафиг, сам справлюсь! Молодец, Кисси! Так с ним и надо! Надела своего любимого! Ладно, вы правы! Сам справится, пойдемте! О, Кэсси, смотри, твоя соплячка ноет. Что случилось, мелкая? Я потеряла свою куклу. Она была самая любимая. Малявка задолбала. Эй, зачем вы так? Я скучаю по своей кукле. Хватит сопли жевать. Да что ты ноешь по этой кукле? Достала. Пойдем отсюда. Нет, стойте. Кэсси, мне надо тебе кое-что сказать. Фумия, отстань. Ну послушай меня, послушай. Фу, какая противная девка. Уходим. Ну, Кэссичка. Ладно, долбала, рассказывай давай. Короче, идея такая. Ты делаешь добро трем людям, а они в ответ еще трем. И так получается целая цепочка добра. Ну, не знаю. С другой стороны, у меня уже нет вариантов. А я не хочу остаться без короны. Ну, давай, будет круто. Хорошо. Только ты будешь снимать меня на камеру. Договорились? А можно я возьму нашу старую семейную камеру? Плиз. Окей. Ура! Мы с Кэсси будем делать проект вместе! Левее, левее! Правее! Ну, чуть левее! Так достала меня, давай уже снимать! И иди давай, делай доброе дело! Гарри, привет! Тебе помочь чем-то? Я не могу посчитать, сколько денег мне дала мама! Я помогу! Помогу маленькому мальчику посчитать. Мне не трудно, а? Ну, тут где-то 100, 150 или 400, или 90. Ну, что-то типа такого, да. Где-то так. Что? 90? Но мама сказала 200! Я потерял деньги! Они были на покупку шлема для велосипеда! А ну не ной! Раз потерял деньги, так тебе и эти не нужны. Ты мне только портишь видео. А ну, пошел вон отсюда, а ну! Ты че? Так нельзя! Помоги мне уборщице! А давайте я вам помогу пол мыть, а? Ты что делаешь? Вот такая я молодец! Теперь идем в столовую. Там много кому нужно тоже помочь. Ага. Какая же она стрёмная. Как можно было такое выставить в инсту? Вообще не понимаю. Ой, Кэсси, а что это за старье у тебя в руках? Это камера моих родителей. Я на нее снимаю. А что, 14-й айфон они тебе не купили? Вообще-то это для проекта. Мы с Мией снимаем, как я делаю добрые дела. Фу, добрые дела. Вообще-то я хочу на выпускной. Не обязательно было так унижаться. Мы вот, например, заплатили нашей однокласснице, и она пишет проекты за всех. Я хочу сделать его сама, ясно? Чтобы получить корону королевы школы заслуженно. Ты кринжовая, Кэсси. Как можно хотеть делать добро? Мы же главные стервы школы. А я не хочу быть жестокой. Я больше не стерва. Ты не наша подруга. Ты предала клуб стерв. Ага. Такие нытички в компании нам не нужны. Идем. С ней даже стоять стыдно. Ага.
это тот. Ну и пошли вы. Задолбали. Почему у меня не получается стать доброй? Это так наигранно выглядит. Я не умею сделать добро. Что это? На камере до сих пор хранятся старые записи. Ого, это же я в младшей школе. Была влюблена в ботана. В детстве я и правда была хорошей. Зачем я обижала Мию? Я же тоже когда-то была маленькой. Нужно все обязательно исправить. Я больше не хочу быть злой стервой. Мия! Нужно поговорить. Чё? Ты меня обняла? Миечка, прости меня, пожалуйста. Я вела себя как полная дура. Я больше не буду тебя обижать. Я и правда тебя очень сильно люблю. И я тебя тоже люблю. Так что с проектом? Ну, не знаю. Я хоть и помогла трем людям, но получилось все только хуже. Ага, это не считается. Блин, вот была бы здесь моя кукла, она бы нам подсказала. Слушай, я поняла. Тебе нужно помочь трем людям не понарошку, а по-настоящему. В смысле? Ну, не для проекта, а так, чтобы от души. И тогда все получится. Миечка, ты же гений. Потому что добро должно делаться просто так. Спасибо тебе. Удачи, сестрёна. У тебя все получится. Привет, Тайлер. Ты как? Пришла надо мной поиздеваться, да? Нет, не говори так. Я пришла, чтобы извиниться перед тобой. Вы надо мной издевались и загнали меня в депрессию. Я даже в школу не ходил. Вы меня опозорили. Ну, тише, тише. Успокойся. Я и вправду поняла, что мое поведение было просто мерзкое. Я хочу извиниться перед тобой, прости. Ну, стой, не плачь. Смотри, я тебе кое-что сейчас покажу. Это мы были с тобой такие маленькие. Ого, такие смешные. Да, мы были с тобой друзьями. Тайлер, тебя так не хватает в школе. Возвращайся, пожалуйста. Ну, если ты так просишь, хорошо. Да? Давай еще посмотрим. Давай. Чё ты пришла? Вали отсюда! Зак, привет! Нужно поговорить. О чем? Ты меня бросила, когда мне было плохо. Я хочу извиниться. Я вела себя очень плохо. Я больше не хочу быть такой. Ты мне так дорог. Угу. И поэтому ты выбрала своих подруг, да? Ну, я думала, это круто быть злой, но это вообще не круто. Даже не знаю, прощать тебе или нет. Ты меня сильно обидела. Ну, я наконец-то все осознала. Круто любить и творить добро, не требуя ничего взамен. Ладно, рад, что наконец-то до тебя дошло. Надеюсь, теперь ты усвоила урок. Да, а давай я помогу тебе подготовиться к выпускному. Подберем тебе наряд. А потом на костыль бантик привяжем. К выпускному я уже поправлюсь. Мы обязательно станем королем и королевой вечера. Спасибо.
Спасибо, Тайлер, я такая неуклюжая. Не переживайте, мне нравится помогать людям. Что? Моя цепочка взаимопомощи работает? Да, я вам помогаю Лили клеить афишу. Это улет. Твоя нога наконец-то зажила. Спасибо тебе. Добрые дела помогают выйти из депрессии. Кейси, можно тебя на минутку? Мы хотели извиниться. Твоя цепочка добра – это супер. Твоя сестра помогла мне помириться с мамой, а я в ответ помогла Тине. Оказывается, делать добро – это очень круто. Ничего, я не обижаюсь на вас. Главное, что мы все поняли. Кейси, твой проект просто изменил нашу школу. Я горжусь тобой. Ты допущена до выпускного. Мне нужно сказать срочно спасибо сестренке. Все, я побежала. Мия, ты супер! Спасибо тебе за идею с добрыми делами. Мой выпускной спасен! Ура! Ура! А давай больше никогда не ссориться. Ты моя самая любимая сестра. И ты моя! Повеселимся! Моя сестренка! Я помогла троим людям. А они, в свою очередь, помогли еще троим. Так и запустилась моя цепочка добра. Мой проект выдался. Спасибо за внимание. Кейси, ты большая молодец. Благодаря тебе наша школа стала лучше. И все дети поняли, что такое добро. Ты становишься королевой школы! Ребята, спасибо вам большое, что поверили в мой проект. Без вашей поддержки я бы не справилась. А еще бы я не справилась без поддержки своей маленькой сестрички Мии. Мия, иди к нам. Ура! Моя сестра королева школы! Миечка, эта корона теперь твоя. Именно ты королева школы. Я? Разве так можно? Нужно! Благодаря тебе мы все стали добрыми. Гарри, Гарри! Я королева! Вау! Ты такая крутая! Ребята, а теперь танцы! Ура! Я спасла выпускной! Всем привет! Итак, сегодня у нас был ролик про добрые дела. Сначала мы с Гвен были такие злые, и Кейси была с нами. Такая, ну, мы всех обижали, но сейчас мы поняли, что это плохо, надо делать добрые дела. Вот, давайте поговорим, какие бы добрые дела вы хотели бы сделать. Гарри, начинай. Хотели? Меня начинаете, да. О, ну это очень хороший вопрос. Ну я вот, честно говоря, хочу построить тут везде, вот в каждой стране по школе. Именно хороших, качественных школах. Вот это моя мечта. А какие у ваши мечты имеются? Чтобы был мир во всем мире. Вот доброе дело такое. Да, да, это самое доброе дело. Я бы посадила очень много деревьев, потому что они делают воздух свежее, и мы с вами им дышим, и от этого все будут здоровыми, поэтому это очень хорошее дело, я считаю. Так, дальше. А можно, я извините, а кто какие добрые дела сделал? Ну, один, может, расскажет. Я. Я помогла своему брату есть шоколадку, чтобы у него не болел живот. О, это как я могу доброе дело. А вот я недавно достала котенка с дерева, он был маленький, он очень, ну, плакал так, хотел спуститься, может, я ему помогла. А я молодец. Я недавно Тихий океан почистил. Жесть. От чего ты его почистил? Сеткой, да? От засоров, да. Ты его прокипятил, чтобы он не согрелся? Хотела бы, чтобы все меньше использовали пластик. Да, это очень важная проблема, мне кажется, что... Океаны засоряются. Ну, Таля уже почистила, это страшно. Почистила только Тихий, еще знаете, сколько океанов? Да. Ребята, вот я вам скажу, вот когда вы делаете добрые дела, вам вот по-настоящему от них вот приятно и кайфово. Когда вы делаете плохие, честно говоря, вам особо и неприятно. Если вы будете помогать специально, просто чтобы...
чтобы сделать какое-то доброе дело. Будет получаться, как у Кэсси. Вы перевернете там что-то там, еще что-то. Вот. Это плохо. Поэтому делаем. Понимаю, да. Она пыталась помочь, у нее ничего не получалось, потому что у нее суть была записать это на видео. А надо делать добро просто так, подписчики! Да! Добро просто так! Добро, чтобы это было добро! Это слоган нашего канала! Добро просто так! Пишите в комментариях! Добро просто так! А теперь смотрите наши блогеры! Добрые! Наши! Наши добрые блогеры! Я вообще попросила заняться проектом, чтобы ты от меня достала! Отстала! Розмовляю українською, а тут треба, дружечки, не твою мову розмовляти. Що це? Ну що це таке? Не можу, я просто вибач тебе. Подскальзуєш, що жош?